Сегодня у нас какая-то неожиданная посылка. На черном пакете весело у нас весит 700 грамм. Честно говоря, не знаю, что там. Ого! А тут несколько посылок. Неожиданно. Интересно, откуда это? Видимо, от одного продавца. Ладно, начну с самой маленькой, как всегда. Ага. Это для видеорегистратора. Я же заказал видеорегистратор. Нет, не видеорегистратор, экшн-камеру. На распродаже 11 числа. Это не к ней, силиконовый чехол такой. Смотрим. Опа. Запах практически отсутствует. Ссылку я на это все дам в описании. Надеюсь, это все для камеры. Дальше. Чуть побольше пакетик. Это ремень на руку, если полагаю. Что-то не ожидал, что сегодня это придет. На руку, вот так вот. Как это выглядит? Не знаю, как это предъявили. Так, дальше у нас имеется и держатель камеры на грудь. Вот так вот вешать ее. А, не, на голову. Я же на грудь заказывал. Это на голову вешать. Тут все уровни. Можно подстраивать под мою маленькую голову. Ладно. Самое интересное, я думаю, вот в этом. В этой коробочке. Наконец-то долгожданная экшн-камера. А, нет. Странно, от одного продавца. Это не экшн-камера. Это медиастанция. Покупал ее тоже 11-го. Кстати, выбрал именно такую, где с помощью Alitools'а приложение. Показал, что продавец реально снизил цену на этот день. Выбрал сам. Она 1200, что ли, стоила? Не помню. Ссылку дам в описании. Ну, и APN-сервис мне вернул кэшбэком, не помню, там сколько-то долларов. Тут две пальчиковые батарейки. Уже вставил. Вот только что же он пищал. Третий казали севший аккумуляторы. Батареи. Сейчас я их тихонько подрежу. Пока посмотрим, что там дальше. В комплекте у нас. Тут что-то еще громыхало. Инструкция. Тут у нас есть русский язык. Кстати, да. Есть у нас в конце русский язык. Довольно объемная инструкция. Да, тем хороша она, что здесь все на русском. Мелким шрифтом, но все есть. Что у нас еще в комплекте имеется? Ну и, соответственно, вот датчик на улице. Так. Здесь у нас тоже, наверное, пальчиковые. Кстати, производитель сделал очень удобно. Здесь можно с помощью адаптера. Ну, адаптер вот от компьютера. USB-шный шнур был в комплекте. Вот он. Тыкнул его вилку и подключил. Смотрите, как красиво здесь все показывает. Единственное, что второго датчика, там тоже пальчик у батарейки. Сейчас как раз зарядятся. Пока не могу проверить. Но показывает влажность 40%. Температура 22 градуса Цельсия. Так, сейчас я сниму пленку, посмотрю. Вот тут пленки красивее.
Тут часы есть, будильник. Тут большой-большой комплект всего. Вот так он не будет стоять. Температура повышается. Вот здесь вот стрелочка показывает, что температура повышается. Уже 25,5 до нас в комнате. Датчик внешний я еще не настроил. Даже в внешнем датчике есть какие-то переключатели. Сейчас я его уже закрыл. Вот здесь две кнопочки. Здесь три режима. Здесь показывает тоже температуру. Пока насладитесь тем, что здесь показывает. Смотрите. Тут время, день недели, дата. Здесь сзади есть кнопочка, которая яркость уменьшает, увеличивает. Плюс тут что-то еще можно настраивать. Там, сейчас покажу три кнопки. Вот здесь они. Я сразу не заметил. Они тоже что-то здесь вот увеличивают, уменьшают. Не знаю, что это означает, но я видео это закончу. И в следующем видео, когда я настрою, разберусь в этом чудо, в этой чудо геостанции, я покажу полностью, как все настраивать. Сейчас я видео заканчиваю. Все, если понравилось, подписывайтесь и ждите следующее видео про эту станцию. Я расскажу конкретно про каждый датчик, что он обозначает, что где. Ну, влажность мешается, 34%, самая высокая влажность была 39%, минимальная 34%. Ну, это на текущий момент. Вот это, мне кажется, что... Кстати, он не сенсорный. Не знаю, что вот это означает. Ну, разберемся. Все, если кому такой датчик понравился, этот, мне сейчас станция понравилась, то заходите по ссылке, она в описании. И можете посмотреть, почитать описание, чтобы не ждать моего полного обзора на этот прибор. Кстати, и аксессуары камеры покажу. Уже сделаю полный обзор, когда придет сама камера. Будет полнейший обзор на камеру и на пришедшие аксессуары. Как ни странно, не пришли туда и посылки. Я надеюсь, что это будет камера.